привет всем подписчикам канала Goodwill, меня зовут Марина. У меня уже есть свой велосипед, и сегодня на одного велосипедиста станет больше, потому что на канале Goodwill уже более 8000 подписчиков, и сегодня 31 августа 2017 года. Прямо сейчас я последую в офис, чтобы провести розыгрыш велосипеда. Далее мы свяжемся с победителем, зададим несколько уточняющих вопросов для того, чтобы подобрать велосипед, как говорится, под ключ, то есть под нашего победителя. И все, и, конечно, подарим, вручим. Ну что, погнали? И вот я приехала в офис. Сейчас, прямо сейчас приступим к розыгрышу велосипеда. В этом мне будет помогать Геннадий, потому что в компьютерах я не сильна, и самостоятельно справиться с этим не смогу. Мы находимся сейчас на главной странице нашего канала. Вы ее видите. Переходим в раздел «Подписчики». На экране вы видите сегодняшняя дата, 31 августа 2017 год, время, день у нас, вот, подписчики, и мы копируем пользователи, которые показывают информацию о своих подписках. Теперь мы подписчиков вставляем в Excel и будем нумеровать их. Пока копируется наш список, хотела бы вам показать наши новиночки, хлопья с добавлением ягод и фруктов. Вот это конкретно я вам хочу показать, что это клубника, вот это персик, есть еще два вкуса, черная смородина и малина. Сама уже лично пробовала, очень понравилось, я в восторге. Говорю безо всяких преувеличений. И что самое важное, здесь 100% натуральные ингредиенты. Хлопья, ягода, сахар, соль. То есть своему ребенку можно давать смело, не опасаясь никаких там побочных эффектов, аллергии и прочего. Пробуйте, ищите в магазинах вашего города и пишите отзывы. Список у нас еще пока выводится на экран, вставляется в таблицу Excel. Вот, еще раз хочу напомнить о том, что сейчас мы выявим победителя, которому вручим в дальнейшем велосипед. Мы с победителем свяжемся, зададим несколько уточняющих вопросов. Напомню некоторые пункты из наших правил. Победитель должен проживать на территории Российской Федерации. Победителю должно быть более 18 лет. У него должны быть открыты информация о своих подписках. Естественно, победитель должен быть подписан на канал Goodwill. Вот. То есть мы зададим уточняющие вопросы, какой вы велосипед хотите, какой рост и так далее, чтобы подобрать велосипед именно под вас, под победителя, как говорится, ну, под ключ. Вот, сегодня у нас будет не одно число, а целых три. Для того, чтобы, если победитель, первое число, которое у нас выпадет, и победитель под этим номером в течение 3 суток не объявится, не даст о себе знать, не сообщит свой контактный номер телефона, как бы автоматически будет считаться, что мы продолжаем как бы розыгрыш велосипеда и будем связываться с победителем под номером 2, ну, число, которое выпадет вторым у нас. То есть, если следующий победитель у нас также в течение 3 суток не объявится, не даст о себе знать, то велосипед будем разыгрывать до победного, пока не найдем счастливого обладателя данного приза. Видимо, список у нас формируется большой, поэтому времени уже достаточно прошло и еще неизвестно, сколько будет. Еще немного важной информации о нашем канале. Хочу сразу сообщить, и опять у меня хорошая новость, что это не последний розыгрыш ценных призов. То есть сегодня мы разыграем велосипед, напоминаю это. То есть в дальнейшем также есть в планах разыгрывать другие ценные призы среди подписчиков нашего канала. Так, я вижу, список у нас уже появился в произвольном, да, порядке, кто когда подписывался, там видим. Угу. Листаем, листаем.
А сейчас мы его нумеруем. Список пронумерован. 724 подписчика с открытой информацией о подписках. Угу. Так, теперь, получается, мы... Так, и кто же? Кто же эти счастливчики, которые ты сейчас... Сейчас их выберем случайным способом. 724. 724. Так, выбираем 3 числа. Да, 3. И барабанная дробь, и это номера 55, 336 и 674. Переходим в наш список. И победитель у нас подписчик под номером 55. Сейчас мы смотрим, кто это может быть, кто будет держаться за руль нового велосипеда, крутить педали. Так, номер 55, это у нас Кульмаш Шаяхметова. Поздравляем, Кульмаш, вы стали победителем нового велосипеда. Сегодня мы напишем вам письмо, на которое вы нам должны дать обратную связь в течение 3 суток. Если обратной связи в течение 3 суток не будет, то следующая претендентка на велосипед под номером 336. И номер 336... это у нас Инна Маркеева. Вот если Кульмаш с нами до 4 сентября не связывается, значит, следующий человек, который будет победителем, да, и может получить велосипед, это Инна Маркеева. Так, но если Инна Маркеева с нами не связывается, получается, до 7 числа, по 7 число, то это 674 номер победитель, участник под номером 674. Так, кто же это на 674 претендентка или может претендент на велосипед? Да, претендентка. Это Наталья Шеховцова или Шеховцева. Вот. Также Наталье будем давать срок 3 суток, но если и Наталья не выйдет к нам на связь, то мы будем разыгрывать велосипед до тех пор, пока его не разыграем. То есть мы организуем опять новый розыгрыш, приедем в офис и будем разыгрывать до тех пор, пока велосипед не будет разыгран и не найдет своего победителя. А вы продолжайте смотреть наш канал, ставить пальчики вверх, оставлять свои комментарии под видео. Еще будет множество конкурсов, розыгрышей. Это все у нас есть в планах. Все, всем спасибо. Всем пока.